Кусь, сегодня я расскажу вам, что такое рамка, для чего она нужна и как ее сделать. Начнем. Рамка – это часть скина, и изначально ее не было, так как она не была предусмотрена разработчиками игры, а позже была введена обычными игроками. Рамка была сделана на основе хп-бара, просто пририсовав ее под нужное разрешение монитора. Вы спросите, а для чего она нужна? Давайте разберем этот вопрос. Рамка используется в игре для того, чтобы сконцентрировать внимание игрока на игровом поле, за которое нота никогда не выходит. Кому-то данный способ помогает лучше аимить джампы, а кто-то меньше отвлекается на другие элементы игры, например, счетчик комбо или хп-бар, ну и так далее. Теперь мы знаем про рамку, все что нужно, и перейдем к делу. Начнем, так сказать, с простого способа. Чтобы сделать рамку, нам нужно знать, какое у нас разрешение монитора. Есть широкоформатное и квадратное. Если брать рамку из другого скина, то в основном скинеры делают рамки под широкоформатные мониторы. И из-за этого некоторые игроки сталкиваются с такой проблемой, как смещение рамки, либо неправильное ее отображение. Рассмотрим вариант, если у вас съехала рамка. Заходим в SAI или Photoshop. Тут кому как удобнее. Советую Photoshop, так как там больше возможностей для настроек и, ну, и тому подобное. Выбираем в папке скина файл scorebar. Жмем холст, изменить размер. Далее указываем ваше разрешение, которое стоит в осу. Хобана, готово. Более сложный способ это делать ее с нуля. Данный способ я разбирать не буду, так как я не умею работать в Photoshop, но скажу несколько важных аспектов создания рамок. За границами рамки желательно использовать прозрачность, чтобы видеть элементы интерфейса, соблюдать пропорции. Все остальное зависит от вашего воображения. Надеюсь, я помог вам разобраться в этом вопросе. Пишите под этим видео, что бы вы хотели узнать нового или в чем помочь разобраться. Всем пока!